Павел Гейм Чанел. Добро пожаловать в экспериментальный центр и лаборатории исследования поведения примитивных индивидуумов. Мы надеемся, что вы не получили дискомфорта во время кратковременного пребывания во сне. Анализ особенностей вашего организма завершен. Мы готовы приступить к опытам. Каким еще опытом? Перед началом тестирования должны напомнить вам, что не гарантируем отсутствие увечий и травм в ходе испытаний. Каких еще увечий? Приготовьтесь к началу испытания. 3, 2, 1. В этом испытании мы проверим ваш ум и сообразительность. Вам нужно добраться до конца комнаты, но дорога ограждена смертельным препятствием. Удачи! Ты первый! Нет! Ты! Глупцы! Очевидно, что прямая дорога — это ловушка. Заткнись! Тебя не спрашивали! Ну, за Альянс! Эх, была не была! За Орду! Вы чё творите, дебилы? Тут же слева. Великие подмышки Мерзула. Какого? Эй, женщина, ты про это ничего не говорила. Забавно. Я думала, ты тоже просто кинешься в кипяток этих башен. Но ты мне больше не нужен. Я нашла себе новых испытуемых. Лучше и интереснее. Мы на территории Древнего Королевства. Добро пожаловать в Центр исследования поведения примитивных индивидуумов. Просим прощения за этот маленький Кто инцидент. Кто это говорит со мной? Все приготовления завершены, и мы можем приступить к тестированию. Что здесь происходит? В этом испытании используются молекулярные расщепители. Для прохождения этого испытания вам необходимо живым добраться до конца этой комнаты. Удачи! Что это? Опять эти проклятые механизмы. Нет! Не хочу! Ладно, я понял. В путь! Слишком просто. Интересно. Все ранее испытуемые были просто аннигилированы, но именно вам удалось выжить при контакте с расщепителями. Это однозначно требует исследования. Ты зря теряешь время, женщина. Чтобы пройти к следующей камере, воспользуйтесь сверхинтерактивным сверхприспособлением ручного типа возле двери. Как же пройти здесь? Проклятье! Это еще что? В этой камере мы воссоздали лабиринт из расщепителей. Вы не видите его, но он есть. Что? Что ты несешь? Для открытия двери в конце камеры необходимо воспользоваться сверхинтерактивной нажимной кнопкой, расположенной в конце комнаты. Как их обезвредить? Пошли. Ах, как больно! Здесь нужен точный расчет. Слишком сложно. Нужно быстрее добраться до конца комнаты. Ура! Я победил! Глазам своим не верю. Ну, привет. Забытый! Не знаю, как тебе удалось спастись, но... Успокойтесь, принц Артес. Я пришла вас поздравить. Стоп! Что тут происходит? Здорово, приятель. Ты тут ночью перебрал маленько, и, кажись, я тебе что-то намешал. Ну ты и дебил. Я уже думал, у меня шизофрения. Ай, только не бей! Мощное было пойло. Нужно больше лайков. Не хватает комментариев. Подпишитесь на канал. И не забудьте включить колокольчик. Озвучено при помощи Селена.